ваши впечатления, насколько справились с довольно. Ну, сегодня как-то было непонятно, да, потому что то мы видим шпа, то не видим шпа. Потом, когда мы ходим, я говорю, нет, давайте будете здесь гримерки. Это нет, пойдите посмотрите, и когда я прихожу, вижу оценки 6-6-5, и я понимаю, что о-о. Что мы чуть-чуть попали. В прошлой неделе у нас было так же, да, вот как на крыше сегодня. Но мы поставили себе цель просто не обращать внимания на то, что все, что происходит, и просто спеть. Сегодня моя сестра с племянницей в зале. И моя мама приехала, я знаю, так скучно. Мамочка, да. Поэтому мы сегодня пели для зала, и самое главное, мы в ответ услышали то, что мы хотели услышать, да, каждый артист начал слышать аплодисменты. Это было, да. Ты писал тогда вот хлопал, а я сижу и не понимаю. Потому что мы все были уже все вырастали хлопать, а мы дальше хлопать, и я все, я. Мне же рад, что поставлю жюри, ты знаешь, что мы меня просто разрываем, вот эти эмоции. Все круто. На следующий раз какая категория у вас? R&B. Довольны, недовольны? Конечно, довольны, что нам делать? Просто, типа, нам как-то не